Ты будешь с нами на старте. Ты сам покажи. Ты должен приступить к святому таинству крещения. Приготовься встретиться с тобой в вечности. Тебе Боже слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Собирается закон приходской совет и поучитель. А Катя, позови. Сережа, все это оставь пока. Катя, позови. Это, где Катя? Абаканская, Катя. Финика. Где она? Катя. По крещению готовятся от 3 до 5 лет. Это люди, которые ничего не знали. Те, которые уже ходили в церковь, знают, это срок сокращается до нескольких месяцев. Это необходимо. Говорят, а этот вот стаж партийный, когда узнают, там были тоже получили, так они откуда взяли? Вот говорят, детские лагеря, в Скалском лагере были в Скалском лагере. Скалский сын Алешка был членом Скалского лагеря. Скалчик. Разведчики. Погромче. Погромче? Обычно мне говорят наоборот, говорю потише. Это меня портит аппарат. Когда я не слышу, я кричу громко. А сейчас каждый шорох слышно, и я начинаю под вас подыгрывать. Ну, у нас, к крещению, вот, семейство, а меньше Ксении сказали, что она крещена троекратное погружение, это нужно сказать, когда, где, есть ли какой документ. Документа нет. Нет, нам давали, но мы... Давали где-то крещение, да, это было? Давали, давали, но... Ну, он в другой семье, у Ксении, они там, скорее всего, его не сохранили. Ну, люди остались живые кто-то? Сереж, ты ну, значит, должны быть свидетели, такой закон. Да, они должны составьте, скажите, что мы, они, там, ну как нибудь документ, что они свидетели, что она была крещена в полное погружение. Они позвонят? Да, ну на бумаге написать это, позвонят и неизвестно кто. Где они живут, эти люди? Анатолия 128. А вот, тем более, в Барнауле, да? Да, они рядом с ним. Это просто. А необходимо ли это? Без этого никак нельзя. Необходимо, чтобы человек засвидетельствовал в своей вере. И приблизительные вопросы, вы читали книги? Да. К истинному православию. А то ну, приблизительные, бывает иногда более расширенные. Один из серьезных вопросов – семейный вопрос. Не замужняя, этот вопрос решается просто. А бывает так, что разведенный, где-то дети и прочее. Для женщины главный вопрос, да и для мужчин – это свобода. Когда ты ходишь в храм, будет ли у тебя там упреки, тебя будут ли задерживать, будут ли препятствовать. То есть посмотри, серьезно ли человек приходит. Об этом говорят все святые отцы. Тем более, если же человек жил и... Потише там. Постарайтесь, чтобы никого не было здесь лишнего, если они не будут участвовать, сидеть здесь. Человек ничего не знает совершенно. Вот он должен научиться основам христианской веры. Мы немного расширяем это. У нас был курс, которые готовились, это 550 часов. 550 часов. Это большой курс. 3 года, 4 года в университете. Но за это время люди приходили, уходили, и полный курс почти редко то, чтобы он раньше уже заканчивал. Я все знаю и отвечал. Ходили к нему на дом. Постарайтесь, чтобы не гремели. Перестаньте. Просто уйдите оттуда. Мне как по ушам молотком бьют, вот какой аппарат. Какой-то швейцарский. Как клоп бежит, слушай. Ни звука не издавай. Вопрос о чем? Об уверовании, о Христе, о Священном Писании и о жизни во Христе. Начнем с вас. Фамилия, имя, отчество. Год рождения. Новикова. Как? Новикова. Новикова. Христиана Владимировна. Год рождения. Министр были, ученые. Новикова? Татьяна Владимировна. Татьяна Владимировна. Год рождения. 1967. 67. Дата сколько? 20 июня. 20 июня. Я 10-го. Так. Кто поручитель? Где Надежда Васильевна? Видите как? Она звонила, спрашивала во сколько, я ей сказал, сейчас обедаем и будет. Она
но она должна была подойти. Говорили, с 11 она должна была сидеть здесь. Ну ладно, она подойдет, сколько знаю. Так, почему решила принимать крещение именно в нашей общине? Потому что было неполное погружение, то есть не было. Крещение было неполное. Кем для вас является Христос, Иисус? Моим спасителем лично. Как вопрос? Я-то ее знаю сколько лет? 20, наверное. Вот. Кроме нашей общины, что нет, других мест, где погружением крестят? Ну, здесь лучше как-то... Чем лучше? Чем лучше, потому что здесь строго, а строго, значит, все правильно делают, все по Евангелию, все по Святой Библии, поэтому я хочу здесь креститься. Вас кто еще тут знает? Нет. Надежда Васильевна придет засвидетельствовать тогда. Я думаю, ты Сергей тоже что-то можешь сказать. Сережа с Володи только уроки преподавал. Эта вот книга называется «Христианское православие». Видела такую книгу? Юлия, вот. Это вот у нас дети. Здесь приблизительные вопросы, здесь все есть. Можно приобрести будет ее. А если не на что подарил. Так, вопрос. Заявление вы писали, как обычно у нас это было? Да, писали, батюшка. Ну, есть написано заявление? Вступление в общину. Вопросы, Татьяна Владимировна. Вы только креститься хотите или членами быть нашего общества? А я написала заявление и членами, и на крещение. Да, хотим быть и членами, и полное, чтобы погружение было. И то, и другое. Конечно. Отношение к занятиям ваши, которые у нас проводят занятия, и сейчас не в университете, а на дому. Докажется, у вас на прекрасно. Лучше не придумать. Так, вопросы. Я не поручитель, вот я поручитель вот этой девочки. Ты член церковного совета? Был член, сейчас я просто чтец, церковнослужитель тоже. Да. Вы меня знаете, да? Да, конечно. Вот. У меня к вам очень хорошее отношение, к вашей семье. И ваша... И очень приятно было видеть, что пара такая пришла в храм. Но возник такой соблазн. У нас, у меня лично. Ну, во-первых, я всегда себе ищу причину. То есть, когда я выходил с Сережей и общался, вот, Буйновым, мне казалось, он как-то закрывается от меня. Но я к себе это применил, думаю, ну, мало ли что, я семейный человек, грешный, ну, закрывается. Я говорю, ты найди тех, кому ты доверяешь. Подошел к тем, кого он назвал Володя. Я говорю, ты с Сергеем общался? Он говорит, да нет, как-то он тоже закрытый какой-то для меня. То есть, непонятно. Вот, я тогда понял, что дело не во мне. Ну это ладно, я все это забыл. Вы хотите креститься, международная обстановка, надо идти к крещению, без этого не спастись. В это воскресенье, в прошлое, мы изучаем, работаем в интернете, Юля работает в интернете, это все знают, и Игнат Тихонович ее благословил. Мы попадаем на страницу Кристины, там она Притко, у нее там две фамилии, и... У нас, нет, у нее... А там помнишь, Кристина, кто? Вот, вот Кристина, она... Мы заходили на твою страницу, потому что я контролирую процесс. Но я говорю, да нет, это не Кристина, там возраст стоит 20 лет, наша это Кристиночке 17, а там стоит 20. Это не наша Кристина. Она говорит, но она уже очень похожа. А Юля говорит, это просто пишут возраст больше для того, чтобы их пропустила программа. То есть лгут. Ну, говорим своими именами. Ну, я говорю, это не наша Кристина, все. А в прошлый раз, когда вы все данные сказали, она проверила, это наша Кристина оказалась. Грешный, каемся в этом. Ну, подождите. Дело в том, что грешно это понятно, что вы не удалили эту страницу. Удалили. Вы удалили ее, да? Вчера мы сразу, им как только замечание. Мы не удалили, мы все фотографии, они моментально все уничтожили. Все удалили, да? Да. Второй вопрос. Это первое, это очень, очень хорошо, потому что... Вы ничего там незаконного нету. Там все нормальная, обычная страница, но она абсолютно антихристианская. И меня это ввело в соблазн такой, я думаю, люди в своем сознании хотят креститься и при этом это считают нормальным. Ну, может быть, и пусть живут этой жизнью, она их устраивает. Но при чем тут христианское благочестие? Вы ее удалили, это молодцы. Ну, как молодцы в том плане, что это во Христе. Люди все так живут, и это не является нарушением закона. У меня второй вопрос. Когда вот приезжал сюда Сергей, а Сергей, он умный парень, деловой, я с ним пообщался, сразу видно, что он тут и дом, хочу здесь жить, мы с ним пообщались. Когда речь идет о плоти, он очень умный, пробивной такой мужик, настоящий. Когда все пообщались, я ему рассказал, Виктор Андреевич свидетель, я все практически с ним общался, все, что я говорил, слышал Виктор Андреевич. Ничего я такого не говорил, я говорил только о вере, обо всем.
После этого исчезает Сережа. Куда он исчез? Я к вам подходил, где Сергей? Помните, я подходил? На работе. Вы мне ответили, правильно. 3 недели его не было, а есть правило. 3 недели пропустил. Нет, 3 недели не было. На 3 было как раз. Там примерно, там около 3 недель было. Не было, он на 3-ю пришел. На 3-ю пришел. Да, у него не было 3 недели. Но дело в том, что 16 мая, вот ролик, который выставили о вашем бракосочетании, был выставлен 16 мая. То есть человек готовится к крещению. Он все, уже идет на небо, понимаете? Все мирское он удаляет. В ролике мы видим абсолютно анти, понимаете, вы там, Татьяна, присутствуете. Ну, конечно. Вы же понимаете, но это было 16 мая, это было вот перед самым крещением. Ну, уже мы, когда мы пришли, уже это все было, и батюшке было сказано. Ну, то есть батюшке все рассказал. Что сказано? Батюшке нам все рассказал. То есть он рассказал батюшке, что мы, когда мы пришли к вам в общину, у нас уже было заявление, у нас расходы уже были. Приглашение, что батюшка сказал, что... То есть у вас были расходы, что надо это, вы купили это платье, его надо было обязательно одеть? Нет, там не только платье, у нас там было все, там все было куплено, все готово было. И надо было это все осуществить обязательно, вас кто-то заставлял. Батюшка сказал, что паровоз идет, его не остановить, делай свадьбу, а там уже вот батюшка так сказал. Я тоже делал свадьбу. Делала свадьбу все члены церкви, но дело в том, что когда мы увидели, какая это свадьба, но это была языческая. Это мирская свадьба совершенно, она, в общем-то, никому не понравилась. Да не то, что не понравилась, она очень хорошая была. Это прекрасная свадьба была, но с точки зрения мира. Вы прекрасная были пара, но все, что там, это не во Христе. Не во Христе, да. Потому что у нас свадьбы, вот Женя Ничук, я имею в виду те свадьбы, которые были от и до записаны. Я не знаю, было очень много прекрасных свадеб, но я знаю 2 свадьбы, Женя Ничук и моя. От и до было все прописано. Сравните. Но у нас уже были, у нас все готово было. И надо было обязательно... Но батюшка сказал. А в Деянии написано, что сожгли, говорит, книги, которые уже были готовы, куплены на там много талантов, на несколько тысяч талантов, то есть... У вас было уже все готово, но Сережа приехал в Потеряевку, и он сказал, так это же другая жизнь, я хочу жить новой жизнью. А у меня там уже куплено на 100 тысяч рублей свадебных платьев и украшений, и косметики. Кристина, мы живем новой жизнью, собрали, и либо вообще отдали кому-то, и либо просто это положили в ящик. Вы говорите, у нас все это было готово, мы обязаны были... Сережа должен был после Потеряевки побриться, одеть красивый галстук. Я прекрасно понимаю, я был таким же человеком. Родили родственников. Все. Кристина, прекрасно одела, косметика, все на уровне. Все было. Я это изучал, потому что я сам был в миру. Зачем это вам? И я задал себе вопрос, зачем вам нужна община? Вы прекрасная пара, вам все это нравится. Вы улыбаетесь, все. Ничего такого вообще там не было. Но все мирское. Я думаю, зачем вам община? Идите в храм Московской Патриархии, креститесь, там вас крестят. Геннадий Фаст такие же, как вы, венчают. Вы и повенчались там. Зачем вам в общине креститься и быть? Вам же не это будет все против. Как вы относитесь к этому венчанию, к свадьбе, которая у вас была? Смотрите, вам стыдно или это нормально? Стыдно. Конечно, стыдно, да. У меня вопросов нету. Если стыдно, так я что могу сказать? Ну, что не стыдно. Ну, конечно, серьезно. Хорошая речь, правда? Хорошая. Вот это надо все потом не один раз проигрывать. Вот о чем сказал, мы, допустим, купили 3 ящика пива, 4 ящика водки. А в это время обратился. Ну я же обратился, но теперь это надо истреблять и буду пить. Нет, именно уничтожить, что он подчеркнул. Книги куплены, но книги волшебные, по боку все. Это новая жизнь, новое стремление. Значит, стремление то не появилось. Мир не отпустил еще. Это вывод, он до конца просто боится сказать. Я должен сказать это. В этот момент... Когда уже все вы видели, потеряют, и вы уже все узнали, я говорю, это сила слов. Мир еще крепко держит свое. Вам должно быть настолько это страшно, противно, мирское, как я к нему прикоснусь? Вообще даже говорить нельзя. Это чужой мир. Это дружба с этим миром, это вражда против Бога. Купить снайперскую винтовку и Бога как бы подкараулит, вражда смертельная. Это равнозначно. Дружба с миром ни во что ставим. Но дальше написано, есть вражда против Бога. Это одно и то же. Это внутреннее. Это внутреннее невозненавидение мира. 96-й псалом вы записываете. 10 стих. Любящие Господа, ненавидьте зло. В одном стихе и любовь, и ненависть.
Если ты любишь Господа, тебе это все противно. Ты совершенно другой. Вот я когда рассказываю, как я обратился, вот я покаялся. Мне возвращается на корабль, я моряк. Но теперь с молитвой встал. Первая моя молитва. Первый раз в руки попала мне Евангелие. Не то, что на занятия ходить-то потеряю, вот уже, вот уже вообще далеко. Я один раз только, ну там час один был у людей. И я теперь встал с молитвы. И на себя того, который становился на молитву, это два разных человека. Я вижу себя другого. Это не я. Мне страшно смотреть. Хотя я не блудник, там, не пьяница, не вор, не матершинник. То есть главное преступление мира, которое против плоти и против духа, меня они не захватили. Страх был Божий. Но я получил другое рождение. И никого еще я не видел, живущих во Христе. Вы должны очень серьезно это проверить себя. Игорь, видишь, он как слово поставил. А зачем тогда община? Община это, она маленькая. Но она когда-то в свое время будет обречать миллиарды, не миллионы. Что вот в этом мире можно жить по-другому. Вот она приехала, сестра Витина. Витя о них молился. Наконец сестра обратилась. Потом обращается мать. Потом отец, отец даже мой крестник стал, он на 3 года старше меня, кажется. Он молился. Ну и свои тоже слова. Отец любит смотреть телевизор. Сколько ни говорил по сегодняшний день. Зачем, он говорит, папа, тебе телевизор? Ну 78 лет. Ну, что еще дать? Да, он был учитель. Что смотрит, что читает, это на один день, на один час. И все это будет. И книги все читает. Но все еще там, это внутри. Но это спрашивает, а как должен? Христианин это все возненавидел. Телевидение – это главный развратитель. Он открывает двери, в дом впускает и сутенеров, и убийц, и взяточников. Все вводит в дом. А как? А вы не против? Я не против. Почему? Потому что у меня его нету и никогда не было. Я только за дополненное уничтожение телевизора. Радио включить только последние известия. Что там в Донбассе делается? Так, Виктор Андреевич, что скажешь на это? Вы получилось, что одной свадьбой сами себя все обнаружили. Так. Я понял правильно? Да. Но мы говорили об этом. Это... Мы вступаем, но у нас вот такой. Как же это могло? Вы уже ходили быть? К нам в общину. Сережа, мы беседовали. Сережа объясняли, что зачем тебе нужна эта свадьба вообще? Вот. Почему спешить-то нужно за свадьбой-то? Вначале получается телега впереди лошади. Вначале нужно родиться, а потом свадьба. А тут рождения нету и свадьба. Говорила Сережа это? Говорил. Венчание. Видите, какой серьезный разбор. Она беременная была, поэтому ее... Ну, это, что? Это хорошо. Ну, это понятно. У них раса есть такое. Она стоит животом, и как узаконить, и прячет глаза. И секретарь. Да это понятно, но какой спектр, я не понимаю. Я сам так нажитый. Ну, не я, а старший брат. Мама пошла как-то это, самокруткой. Родители ее не хотели, моего отца, он был парень такой, выпить любил и подраться, а из себя видно. Ну, она сейчас смотрит, кудри вьются, пойду за ним, он кудрявый Ваньки. Вот и все. У меня вот это досталось, это жена, а у меня сильно кудри вились, и в день перед свадьбой я все состриг себе на голову, пошел тогда, так ахнули. Нехорошо приводить себя в пример, но кого же еще приводить в пример, если я должен говорить кому-то о чем-то духовном. Когда я услышал о том, что от Игнатия Тихоновича услышал слова, что вот обо мне слова, что вот он подгревает, значит, бакенбарды, тут бороды так никакой еще, да она и сейчас никакая, тогда вообще не было ничего. И тут старался к миру угодить. А вы тут не только миру, а родственникам. И это угождение родственникам, оно останется у вас, если вы будете так сейчас относиться к этому времени. Вы считаете, что вы готовы? Я вот считаю, что вы не готовы к крещению. И как, к тому, чтобы стать членом общины, нужно пройти крещение. То есть какой-то период более длительный должен пройти. Она когда мне сказала, что да он подбривает бритвой там, значит, бакенбарды, Игнатий Тихонович сказал ей, ты с этого толку не будет никакого. Я от нее услышал слова, что от меня толка не будет. Я какими-то 3 волосинами буду жертвовать ради спасения своей души. Все, больше моя рука не прикасалась к бритве. Как Игнатий сказал, что разделить нужно библиотеку свою на 3 части. 2 части
одну часть оставить как полезную, другую как религиозную литературу, духовную литературу. Вторая туда и сюда, это художественная литература. Достоевский, Лев Толстой и другие, там Куприн, там Лесков, эту оставить литературу. Третья часть, вообще я понес ее, там чего только не было. Понес ее в лес и я вот ДТП сжег. Да еще не сгорает как нужно-то. То есть а сразу, ядро Руссо, только сразу нужно решать, рубить. А вы уже ходили, услышали, совершили эту свадьбу в таком стиле, еще выставили на весь мир. Так, Татьяна, что скажешь? Виновата. Ну что виновата? Поймите, я сейчас говорю, может быть, резко так вот возбужденно, но я пекусь о вашей же душе. Вы поймите, просто вы должны осознать, что вы сами должны осознать и сказать, что да, мы не готовы, нужно еще время, чтобы подготовиться. Так, давай, Володя. Ну я могу, вот в 2007 году я крестился, вот, но я готовился к крещению 2 года, в оглашенный ходил, я сам с Урала. У меня было 2 братьев, верующих во Христа уже. Поручителями. Да, поручителями. И то, когда я уже где-то на второе воскресенье, первое воскресенье я пришел к ним, вместе с ними помолился, они вышли как раз на благовестие по нашей деревне. Я отказался с ними идти, потому что я не готов был. А на второе воскресенье, без знаний, я вообще знания, уже у меня в Священном Писании еще не было знаний, я вышел уже с ними, просто ходил и смотрел, слушал, как они благовествуют. Я к чему говорю? То, что я уже был готов к этому. Внутренне Господь меня уже подготовил. И сразу же я стал бороду отпущать. Мне там родственники тоже начинали надоедать. Зачем тебе это все надо? Пояс сразу начал носить. То есть я безоговорочно сразу всем своим друзьям все это обрезал. Они приходят, я сразу Библию достаю и начинаю с ними читать. Они неделю походили и сразу в запой ушли. Потом перестали ходить. Я говорю, почему не ходите? А ты, говорит, как начинаешь нам Библию читать, так мы сразу в запой уходим. Я говорю, у кого как до этого не пили ни разу? Вот, то есть такой случай, вот я вам просто как бы свой опыт передаю, как надо рвать с миром. Был такой случай, я иду через поле со своим родным дядей, и моей двоюродной сестры, это муж Михаил, он бывший наркоман. И вот они в меня вцепились, а я же раньше добренький был, когда был неверующим, постоянно им денег давал на пиво и так далее. И вот они тут в меня вцепились, дай, говорит, нам на пиво, и мы от тебя отстанем. Я говорю, вы поймите, говорю, что я говорю, верующий, я буду за вас, если вы сейчас умрете от глотка пива, на суде Божьем отвечать. Они все равно настаивают. Я чувствую, у меня есть 2 пути. Или сейчас просто дать кому-нибудь из них, как говорится, по лицу. Ну, это уж по-человечески. И есть второй выход, более христианский. Встать на колени и молиться Богу, чтобы это искушение прошло. И я встал посреди поля, повернулся там в сторону храма Востока, стал молиться. Они повертели возле виска, и все. На этом все прекратилось. Они больше ко мне уже не подходили. То есть вот так стремительно, решительно надо всегда рвать во всех поступках с миром. Я это осознавал, потому что Игнатий Иванович вот привел стих Писания. Дружба с миром, есть вражда против Бога. Все. Ты не можешь угождать тому или иному. Потом я с братьями ходил, благовествовал, по вагонам ходил, сам один везде свидетельствовал. И то, когда я сюда приехал, мне Андрей Смелягин, он не поехал сюда, у него свои были причины, почему он сюда не поехал. Он прислал письмо, и то в этом письме он поставил под сомнение мое крещение. Он там привел стих Писания, что «Встань спящий, воскреси тебя Христос». Понимаете? То есть, я считал, что я духовно рожден, потому что у меня было покаяние осознанное дома, один, когда находился. Вот. Ходил, благовествовал, и то меня не хотели сразу до крещения допускать. Насколько все серьезно это было. Но через 2 недели я здесь прожил с Игнатием Ильичем. Он за мной посмотрел, как, что я. И только 29 июля 2007 года меня крестили. Все. Вот какое свидетельство. Так, Надежда Васильевна, что скажешь? Еще это пока Татьяна. Что я могу сказать? Насчет Татьяны, я думаю, она крещение можно ее допустить, потому что она серьезно ко всему этому относится. Как она уверовала, стала на этот путь, она настолько искренне покаялась, настолько искренне и так желанна она. Ты начнешь с такого совета? Поручитель? Поручитель. Значит, Ваткина Надежда плюс дает вам. Поручитель один у вас?
Ну, она давно знает, давно-давно. Может, 30 лет. Ну, она всегда серьезно к этому. И с миром она порвала тоже сразу. Какая-то то, что произошло, это не по ее вине. Она против всегда была. Значит, и плакала об этом перед Господом. Там виновна жена, а тут виновен муж. Ладно. Так, что у нас церковно-приходской совет? Кто? Татьяна? Так, кто еще? Из церковно-приходского совета кто? Ты? Два? Три? Я четыре. Ну, Татьяна Кузьмич, значит. А? Татьяна Кузьмич, значит. Ну, я посчитал ее там. Нина, ты член церковного? Нет. Нет, она не член. Права голоса нет у нее. Ну, кто за то, чтобы Татьяну Владимировну Новикову... Рекомендации, повторяю, мы только рекомендации, это не означает ничего, батюшка все решает. И с этой рекомендацией сейчас я поеду к нему. За то, чтобы ее допустили завтра до крещения. Поднимите руку. Три. Три плюс. Четыре. Один отрицательный. Отрицательный один, и его может все перевесить. Он говорит, ну мы поверили в это. Так. Вопросы самой есть какие-то, нет? Нет. Постарайся сделать, чтобы вот это вот у тебя все было под самое горлышко. Вот так вот. И вот, надето. Просто все переведите так вот. Не надо никаких других. Я каждый раз показываю. Так, ну давай вторая. Кто такая? Буйнова Христина. Буйнова, да? Да. Буйнова. Это от кого ты получила фамилию такую? Мужа. Хэ Христина. Хэ или как? Хэ. Хэ Христина. Евгеньевна. Год рождения? 97-й. 1997. 97-й выезжать? Евгеньевна. Евгеньевна, да? Евгеньевна. А дата? 20-е, 01-е. Евгеньевна. Татьяна тебе кто? Мама. Родная мама. Ну и те же самые вопросы. Почему ты решила принимать крещение именно здесь? Ну, я пока не встречала еще таких общин, церквей, чтобы вот так правильно относились, так серьезно. И что здесь есть кому следить за мной, что ли. Все какие-то душевные, добрые, относятся по-другому. Так, поручитель. Двоих. Надежда Васильевна. Ну, я тоже вижу ее искренность, отношение к Слову Божьему и ко Христу. Она все искренне приняла, молится и серьезно относится ко всему. И любит Слово Божие. На занятиях всегда пребывала, задает вопросы постоянно, какие у нее возникают. Кем является для вас Христос? Моим личным спасителем. Повтори. Иисус Христос для меня является моим личным спасителем. А в чем это спасение заключается? Каким образом он спасает? От грехов спасает. Каким образом он спасает, Христиночка? Молюсь ему, он мне помогает. Воды а почему он имеет право спасать тебя, скажи? На каком он основании имеет право? Он же Бог. Он Бог, это первое, а, очень время, большое да. право. А второе да, право... Добичь. Что он сделал, придя на землю? И что с ним сделали? Его распяли за наши грехи. Вот. Вот самое главное, что он имеет право прощать, потому что он за тебя. За нас страдал за все. И умер за тебя, правильно? И кровь свою пролил, чтобы омыть твои грехи. Вот самое главное Христа. Это миссия его на земле. Прийти, за нас, грешников, умереть. Мучиться на позорном кресте. Для чего? Для того, чтобы искупить наши грехи. Вот это, потому он Бог. И он пошел на... Песенечка, выпей, ты что-то в нас это... Он наше место занял. Мы должны были умереть. А ты не можешь высказать или не знаешь? Она знает, да, она занималась, эти вопросы задавала. Это, и... Меня и спрашивает. Просто она так сказать не может. Ну, что сказать? Это мой пришел Спаситель Божий Сын. Я к ногам его пронзенным с раскаянием иду. Грех мой кровью причистой смыть молю, да смыть молю.
На Голгофу на распятие Иисус идет, струи крови по дороге изрольет. Если 18 лет, и у нее желание, стремление к очищению. К отношению к Святой Библии какое? Хорошее. Хорошее. Как Библия, у нас одну крестили, она готова к крещению. Я говорю, какой Христос? Да хороший человек. Ну, как Высоцкий, я говорю, примерно, ну да. Ну, тогда еще на год отложить. Библия – это законы, по которым жить. Еще на год. И она через год точно так же отмечает, кое-как. Это внутри человека. А он замечательный человек, что шить там, где поможет. Нам это поможет. Ну. Так, вопросы. У меня вопрос, Христина, ты хотела бы вот, ну как бы жить по законам Божьим? Да. Хотела бы идти по пути, да, по этому? Да. Иначе бы я сюда не пришла. Иногда нас спрашивают, дескать, вот вы раньше строже принимали, а сейчас как-то у вас так все это просто. Не так все просто. Мы смотрим на то, как человек это понимает, как принимает. Когда он говорит, он может наизусть ответить все вопросы, а жизни никакой нет. Внутренний мир человека не изменился. Так вот, она должна сначала родить, там это рождение как раз крещение может быть, рождение свыше. Тут тоже не так просто. Она не крещенная, ей благодать закрыта, она много не может высказать. Но главное, она исповедует, вот читает церковь веру в единого Бога Отца, знаешь? Бога Отца, веру. Бога истина, Бога истина, рождена, несотворена. Все признаешь в нем? Да. Я даже наизусть никогда не спрашиваю. Знает, не знает. Наизусть это второе дело. Веришь и в тему то сказанному. Бога истина, от Бога истина. Он не только просто спаситель. Спасителей много было, как и Ефай, Гедеон, но он Бог. И одновременно он Сын Божий. И одновременно он Сын человеческий. То есть он Бог и человек. Мусульмане этого не знают. Вопросы? Цель, Кристиночка, у нас цель помочь тебе. Очень хороший ты человек, все добрый, все молодец. Но помочь, понимаешь? Дело в том, что есть люди такие, которые вот берут на себя какое-то ярмо, тяжело нести и бросил. А потом говоришь, так ты же взялся. Он говорит, а что же вы мне раньше-то не сказали, что все так будет тяжело? Раньше ты бы мне сказал, я бы даже не ввязывался. Так вот тут желание такое, сердце, помочь тебе сказать, что христианская жизнь, она, во-первых, добровольная. Никто не тянет, не затягивает. Она внешне она прекрасная. Плоды прекрасные, они ароматные. Но путь к этим плодам идет через труд, внутреннюю работу над собой. Понимаете? Если человек думает, я живу как все, нормально, ну, я сейчас приму крещение, и у меня сейчас все автоматически будет. Это неправильно. Вы, Кристина, сразу столкнетесь с трудностями внутренними, внешними. Готовы ли вы начать вот эту работу внутри себя? Да. Потому что если вы не готовы, вы сами себе вот навредите. Почему удается, святые отцы до 3, там, до 7 лет предлагают готовиться? Не до, потому, 5. До 7 нету, нет. Там, до 5, да. Максимально до 5. До 5, то есть не для того, что там они там жестокие, там, а дают человеку разобраться. Разобраться, посмотреть, изучить все, веру, себя подумать. И потом, когда уже человек осознал, все, решился, то тогда и пошел. Но это же 3-5 лет. У вас было всего там, ну, 2-3 месяца, да? Поэтому, как вы думаете, готовы вы вот внутренне к трудностям, не готовы, вот как вы? Я как бы давно всю церковь посещаю, но просто там было немного по-другому. Да не немного, вообще совсем по-другому. Я пришла сюда, я знаю, что здесь трудно, что здесь тяжелее и все. Но я готова. Радости сколько Бог дает, когда все единение в Боге. Вот ты сказал, говоришь, трудно там, ну и бросить некого. Это та женщина говорят. Кто такая женщина образно говорит? Как поганое ведро. Нести, говорит, трудно, и бросить жалко. Кристина, ну просто... вот такой момент. Нас, в общем-то, не очень приветствуют в церкви. Вроде как и принимают, но мы для них расходники. Как ты к этому отнесешься? Ведь у тебя много знакомых в церкви, а тебе скажут, ты куда пошла? И тебе обязательно будут задавать такие вопросы.
Как ты? Говорят, отговаривают меня. Но я не поддаюсь этому. У меня одна бабушка меня заставляет, чтобы я туда не ходила. Не ходила, не крестилась. Бабушка жива. Да. Дело в том, что называют обманным путем. Лгут просто, не доказывая. Вот называя раскольниками, они не доказывают. И самое обидное, что доказать ты ничего не можешь. Не можем, ты хочешь сказать, что ты несешь ему благо, вот тебе, ты православный, все у тебя в книгах. Нет, ты раскольник. Начинаешь рот открывать, я тебя слушать не хочу, иди отсюда. Все, а представьте, это на сердце, как всегда, отражается. Идешь и думаешь, ну ладно, это вам предстоит. Да кому это и делаем, и она делает, и Сергей получает хорошо. На Сережу нападение идет. Они лгут и ничего не доказывают. Они тебя постоянно ломают и ничего не доказывают, свои слова. Им не надо доказывать ничего, им надо лгать. Лгать-то одно, они нападают на нас. На всех троих у нас там уже... Пять овечек. У нас уже никто козлов не любит там. Вот есть такой кружок слова. Ну вот мы с Юлей говорили, это все старые впечатления, передам, чтобы это уже все прояснить. Мы смотрели, когда вот свадьба, все вот это. И думаем, так семья, хорошая семья. Есть кружок слова у нас, это при Дмитрии Ростовском. Есть кружок свет, православный кружок свет при Иоанна Богословском храме. Там у них в практике, они балы, любят вот эти платья красивые, любят декольте, там все у них есть, там гусарские одеяния. При этом они пошли, исповедовались, причастились, потом пошли, Евангелие раздали. Все у них соединилось, очень удобно. Я говорю, может быть, вам предложить туда пойти, в этот кружок слова? Это очень ревностные люди, им разрешается все. Но при этом они очень хорошие, занимаются евангелизацией, по-своему занимаются. Не надо вам это? То есть вы понимаете, что это все-таки не может быть. Мы к себе не тянем, вот в чем дело. У нас запрещено к себе звать. Это общин такой больше нету. Кто бы ни был, как говорится, вербует, перетягивает. А у нас запрещено это делать. И когда вот они же сами пришли, мы еще как бы отталкиваем. Вот Михаил, где он? Сзади, сзади. Я здесь, Игнатий Ильич. Ну вот. Скажи, как ты первый раз позвонил мне? Но я... Попались мне три книги Игната Тихоновича от священника. Он сказал, возьми, почитай эти книги, смотри, какой ты там это пишет, старообрядец. Ну, я взял, и они меня просто оглушили, эти книги. Когда я принес домой, открыл, я просто опешил. Ну, по-простому говоря, вот говорят, глаза из орбит вылезли там это. Я ходил несколько часов, говорил, ничего себе, вот это да. У меня внутренне, просто меня это пронзило все. Но я стал их постепенно читать. Потом там сзади телефон. Думаю, дай-ка я позвоню этому человеку. Может быть, это можно к нему приехать. Но я позвонил, говори, слышу в ответ. Ну, даже не спрашивают, не называют себя, это алло, алло не говорит, просто говори. Я говорю, вот я к вам хотел бы приехать. А зачем ты ко мне приедешь? Я говорю, ну зачем? А что говорить-то, как зачем? Ну паломник, везде же паломничество, там, монастыри, там, туда-сюда. А тут зачем приедешь? А он, Игнат Тихонович, наверное, понимает, что он это, меня в тупик-то поставил. Он говорит, вот я сижу на книгах, вот бери мои книги в интернете и садись и сиди за них тоже. Я из книг, говорит, все узнал. И ты давай там. Вот у меня интернет есть, в интернете все книги выложены. Все, бери. А у меня интернета не было, это книг, компьютера не было, у детей был. Пришлось купить компьютер, залезть в интернет, скачать все книги. Я год там, год, ну, читал, вникал и сверял свои мысли, Игната Тихоновича мысли, в церкви какие-то, догматы там, это, правила. Я не нашел у него ничего, чтобы противоречило церковному православной вере. Понимаете? Ничего не нашел. И вот я ему это тогда получил разрешение приехать. Я позвонил ему, он сказал, ну приезжай, все. Я сюда приехал, как раз попал вот на крещение, понимаете? Виктор Андреевич мне говорит, тебе креститься надо. А я уже стоял на берегу там, когда люди крестились, я уже в себе внутри, у меня было полное осознание того, что я вот готов был в этот момент вместе с ними вот туда вот прыгнуть в эту воду, в одежде там, во всем.
Ну, это не объяснишь. Потому что это не своими мыслями я дошел до того, что надо креститься, а это Бог открыл просто, благодать Божия, понимаете? Потому что я, когда ехал сюда, для меня вопрос крещения вообще был закрытый, я не знал ответа точного. Я его как бы оставил на потом. И вот здесь в церковь прихожу, отец Иоаким говорит проповедь. Она для меня проповедь была. Как будто все говорят для меня. С кем не разговариваю, он мне говорит. Как будто Бог мне говорит, понимаете? Игнат Тихонович слушал, я понять, что такое грех, как спастись, как выйти из этого состояния греховного, как получить свободу. Каждое слово ловил его. Вот. И я покрестился, потом приехал. Потому что крещение мое было неправильным. Оно должно быть правильным. Меня крестили неверующим. Я был атеистом. И крестили, просто макнули головой в этот... Тазик. Не в тазик. Чан, наверное. Ну, в общем, это батюшка макнул меня, сказал, иди, ты крещеный. А я ни в Бога не верил, не знал, кто такой Христос, никого не искал. Но Господь вот так вот сделал, что привел меня через Игната Тихоновича и понятие дал. И увидел я полную картину, что такое православие, какая его цена и какая ценность, и какая радость находиться в православной церкви. Все. Так началось с чего? Еще те годы я распространял на катушке записанное. Скажи это. Катушки. Про катушки расскажи. Катушки, главное, перед книгой. А, еще до книг я не знал. Я уже первые шаги только в церкви делал. И мне тоже священник дал три катушки, четыре вот таких катушки, бобины. Я слушал, и проповедник какой-то говорит... Ну так хорошо, понятно, все объясняет. И про священство, и про таинство крещения, и про таинство там. Ну все, мне понятно, хорошо, я такого не слышал. И когда я ему позвонил, Игнат Тихонович, первый раз-то, так слышу его голос-то на катушках, который был. Это тот же голос, который это мне по телефону отвечает. Я еще от этого опешил-то, понимаете? Для меня, потому что это радость была, потому что я думал, ну, это какие-то старые катушки, жив ли тот человек, где он находится. Я даже не предполагал, что я встречу именно того человека, который мне начал открывать глаза, учить, по сути дела, тому, что такое вера православная. Понимаете? Не зная, а я как искал, я когда пришел в церковь, я никого не мог найти, кто бы мне что бы разъяснил. Я новый человек был в это. Я ни в Бога не верил раньше, ни в Христа. Ничего не знал. Попадаются катушки. Я до этого читал сам много. Изучал богослужение, там, православие. Но суть, вот зерно православия, что такое православие, я узнал через Игната Тихоновича. Поэтому он абсолютно православный. И все мы абсолютно православные люди. Все. И не верьте никому, кто говорит, что это не так. Так. Ну, вопрос тот же самый. Кто за то, чтобы Кристину батюшка допустил до крещения? Так. Одежда, эти двое. Два. Два. Плюс Виктор Андреевич. Против. Против. Награда твоя. Один. Я воздержался. Не все мне еще ясно, но вот так. Из четырех. Вот я пишу, один воздержался. Угу. Так. Давай, Екатерина. Как фамилия? Тинникова Екатерина Станиславовна. Как? Тинникова. 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 Две буквы «Н», да? Тинникова. Тинникова. Екатерина? Станиславовна. Громче говори, что ж за тебя прочитает, отвечает. Год рождения. 16.07.92. Какие-то цифры 92-го для меня просто странные. 16 июня. Почему ты решила к нам приехать-то сюда? Абакан. Год рождения. 92-го. Вот. Я случайно увидела интересную страницу, увидела вашу страницу ВКонтакте, это было еще весной. Погромче говорите.
Вот. И зашла. Потом познакомилась с Юлей и узнала о такой деревне Потеряевке. И вот летом уже Юля мне сказала, что только трикратное погружение в воду, ну, истинное крещение. И мама мне говорила, что я не полным погружением крестилась. Вот, ну, я с ней общалась, выходила в скайп с Игорем Третьяковым. И потом пошла к Геннадию Фастову. Ну, он сказал, что да, он бы у меня совершил полное погружение в воду трикратное, но это надо делать через епископа. Что надо? Через епископа это дело делать. Через епископ. Слово Божие не на первом месте оказывается. Вот. Ну, я думала, не хотела своевольничать и ну, боялась слушаться отца Геннадия. И ну, Юля мне просто тогда пригласила поприсутствовать на крещении. И потом я общалась еще с Игорем. Вот, и решила все-таки у вас без благословения. Я не разрешал приезжать. Она сначала, я говорю, ты детишек там набери или как-то Абакан. Ну, когда уже Игорь сообщил, что на нее там уже давят, то я тогда говорю, теперь разрешаю, потому что тут ей явно и нужна помощь. И она твердо стоит на это. Она просто пример показала. Пример. Это никакие не препятствия. Там сказали, где-то отец Геннадий сказал по-своему правильно, потому что он себе дает как бы алиби, то, чтобы епископ его не тронул. Его бедного гоняет, давят. И я его очень понимаю. Но пророческим глазом при боязни уже не скажешь. Ты скажешь умом, каким угодно твой доктор богословия может быть, говорить. И поэтому это все будет не полнота. Полнота только там, где ни на кого ты не смотришь. Так сказал Господь Бог, так сказал Иеремия, он уже разбитый, его ударили, он ползет, и опять так говорит Господь. Ему смерть, и последние слова, так говорит Господь. Ты посмотрел на то, что сказал Господь? Я не знаю, Игорь, давай. Как бы от лица Юли? От лица, это вообще воспитанница Юли. Я давно уже говорю, что я род Юли, потому что мы с ней единомышленники, с Юлей, во всем, в вере. Вот. И она через интернет нашла эту девочку. Я работаю, всегда прихожу вечером, ну что там, она мне докладывает регулярно. Вот я с Катей переписывалась, я говорю, ну переписывайся, ты там переписываешься со всей страной, мне это неинтересно. И дальше. И так изо дня в день, изо дня в день, и вот... Изо дня в день началась только одна Катя. То она мне говорит, с тем переписываюсь, с этим общаюсь, тот так сказал, а тут Катя, Катя, Катя. Я думаю, что же за Катя? Вот Катя каждый день, это Катя и Катя. Думаю, надо обратить, посмотреть. Ну, говорит, посмотри на переписку, что она пишет. Я говорю, Юля, я устал, мне некогда, извини. Ну, перепись, ты умная девчонка, ответь ей что-нибудь. Я говорю, ну ладно, давай, посмотрим. Ну, я что ответил? Я начал смотреть переписку, через не хочу. И она меня заинтересовала. Сильно заинтересовала, вижу, она рвется и говорит, Игорь, она хочет побеседовать с тобой. Я говорю, да без проблем, давай договоримся. Я говорю, ну мне некогда вообще беседовать. Все-таки тебе надо с ней побеседовать. Договорились о беседе и начали мы с ней беседовать через скайп. И когда я начал с ней беседовать, ну как бы, вот это меня, я сразу изменился. Я начал слушать внимательно, что она говорит. Я увидел человека, я увидел ее желание. И я увидел вот эту ненависть, в которой ее окружила. Меня просто, я загорелся, что меня задело за живое, когда особенно я общался с Геннадием Фастом, когда она говорит, а Геннадий Фаст не советовал приезжать. Причем она хотела приехать. И обычно отправляет к тому человеку за рекомендацией, кому очень доверяет, чтобы рекомендовал того, кого ты не знаешь. А тут все наоборот. Вообще не мы, мы оказались, мы не знали до конца Геннадия Фаста. Он, оказывается, сказал, я не советую сюда ехать. Я говорю, Катенька, так это оказывается, это и значит, что тебе сюда надо приехать. И мы тебя не призываем к крещению. Я понимаю, что у тебя в голове сейчас там сумбур, ты вся в страхах. Давай-ка ты просто приедь, тебе 22 года,
все, ты законно. Почему ты не имеешь права перемещаться по стране, тем более тут всего нет, тут сутки езды, 22 часа на поезде. Сядешь, приедешь, посмотришь. Никаких крещений, просто для информации. Цель моих слов была, цель была одна, вырвать из той ее кислоты, в которой она была, и показать ей альтернативную точку зрения. Показать ей, как это все происходит, чтобы потом она уехала и сделала выбор. Но в общении с ней у меня были такие моменты, когда у меня опускались руки. Она мне там не благословили, там не это. Вот эта московская патриархия, так у меня просто опускались руки. Я ей говорю: Катя, все, давай все. Я тебе уже все сказал. Материал о крещении мы тебе дали. Вот к истинному крещению этот материал, ссылку дали, ты его изучи. Каноны церкви я тебе... Читал это? К истинному крещению прочитал. Каноны церкви я тебе показал. Я ей прям открывал Никодима Милоша, у меня два тома, с толкованием, 50-е правило. Я говорю, Катя, не от себячину. Я вообще не нужно, чтобы ты приезжала, ты крестись и там. Вот. Но когда я вижу, что вот эта поповская волокита началась, благословил, не благословил, я тебя завалил уже канонами, Библией, святых отца. Я говорю, ты сама уже прочитал, да я тебе еще и сам без этого сколько сказал. Я говорю, все, я чист от крови твоей, Катя, я вот сейчас тебе все расскажу, и все. Давай на этом, прикроем тему, я уже устал с тобой, это про себя. А она в этот момент начала очень стремительно проситься. Я хочу приехать и посмотреть. Я говорю, если приехать, я тебя лично к себе приглашаю. Но я поговорю с Игнатихнычем и с батюшкой. Я подошел к батюшке вначале, он сказал, без проблем. К Игнатихнычу, я ему объяснил ситуацию, что она очень хочет, и ей запутали вот это с этими благословениями. Ее запутали с благословениями, она и хочется, и колется. И Игнатихныч говорит, раз так Геннадий Фаст говорит, что вроде бы, то тогда пускай приезжает. И вот она приезжала. Батюшка подошел. Но это еще не все. Зовет. Батюшка зовет? Да. Меня зовет? Да. Да, да. Я пошел. До свидания. Я пока все правильно расскажу. Как было дело, что... Чтобы я не приукрасил. То есть до встречи, до Новосибирска, что ты захотела приехать, и цель была одна – посмотреть, так? Да. Это первая часть. Это же не в школе. В школе хочется. Я скажу, я знаю, да? Вы это знаете. Господи, помилуй. Батюшка заботится о чем? У нас бывшие потеряевские, они приезжают летом сюда отдыхать. Они, видимо, сообщили, что приезжают сегодня, чтобы мы не сказали, палатку поставили дальше туда, чтобы здесь не мешали. Но так как они приезжают, надо тут рыбачить и купаться, то чтобы наши потеряевские не ходили и им не мешали, кто приедет. То есть они, чтобы не мешали нам, а наши потеряевские не мешали, и видите, какой вариант. Хорошо. Батюшка поехал. Это была первая часть, когда она приехала в Новосибирск. Цель приезда была изучить. Теперь начинается вторая часть общения с ней. Это было все в скайпе, через переписку. Потом, когда мы ее встретил, я ее встретил в Новосибирске. Там еще от Алексея Булатова из Российского библейского общества вам поклон или привет. Я не помню, что он тебе передал, но вас вспоминал он точно. Хорошие отношения. Да, он, это директор он библейского общества. Наградил нас книгами, подарил. Это отдельное для распространения. Мы когда сели в машину, и когда мы тогда заочно общались все через интернет, там слово, не слово, там непонятно, связь, а тут лично, едем в машине, свободно, я рассказал, я узнал о ней поподробнее, не то, что узнал, я знал, она рассказала, подтвердила то, что она мне говорила в интернете, все точно, мы поняли ее. Потом я ей начал рассказывать просто о спасении души. Я едем, о чем? У меня и магнитофона в машине нету. Я ей рассказываю о том, что Бог, Святая Троица. Я все это рассказываю. Я говорю, тебе интересно, ты не спишь? Да, все. Я регулярно ее вот так задавал вопросы. Так было?
Да, то есть я постоянно, она молчаливая, я говорю, ты согласна, нет? Или, может быть, ты устала? Нет, я не устала, давай дальше. Ну и что, дорога дальняя, едем. В конечном итоге приехали, потом я еще раз показал эти каноны, все, прям взял книгу перед ней, положил. И она мне второй раз, я говорю, ну как вот ты думаешь о своем крещении? Я хочу креститься. То есть, и она меня два раза удивила. В первый раз она вначале что-то в сомнениях была, потом я хочу ехать. Второй раз я поеду, но только посмотреть. А теперь мы едем, я ей рассказал, показал каноны, книги разложил. Я говорю, ну ты как сейчас относишься? Вот сейчас ты не в той обстановке среди священников, а тебя никто здесь не... Другое, посмотри, вот каноны, вот книги. Все, она посмотрела, я хочу креститься. Я говорю, ты осознаешь, что ты какое решение принёшь? Мы тебя не можем заставить. Она говорит, да, я хочу креститься. Я говорю, ну тогда давай напишем заявление сейчас. А кто мои будут поручители? Я говорю, поручитель, во-первых, я буду. 100%. Я считаю, что тебе надо креститься. И я голосую за нее за, хотя я не член церковного. А Юля, и я, конечно, я говорю, мы с Юлей будем. А можно мужчину? Я говорю, Игнат Тихонович стал у Татьяны поручителем, а почему бы мне не стать? Что теперь мы будем рассуждать? И я по прецеденту юридическому от Игната Тихоновича стал поручителем у Татьяны, у Катеньки. И вот получается я и Юля, мы поручились за нее. Все понятно. Она ходит в церковь. Вот, тем более, когда она мне стала это говорить, я ее отослал к отцу Геннадию, пастору. Я говорю, такой пастор, у вас ко мне обращаешься. Идите, вот так было? Да. Мы не вытаскиваем нигде. Будут гонения, проще, это все уляжется, и потом будут ставить вас в пример другим. Я пошел за Господом, да. Вот в православии есть две категории людей. Те, которые вот ближе к миру, они туда-сюда пришли, причастились, опять ушли туда. И другая категория, которые вот такие, вот они только без благословения ни шагу, они в туалет не сходят без благословения. Вот Катя ближе ко второй категории. Я боюсь, что вот после того, как она примет крещение, и начнутся гонения, они непременно начнутся, она уже открыто заявила, что она не готова к ним, и страшится их. Это понятно, но насколько, понимаешь, что ты своими силами никаких препятствий не преодолеешь. Ты, главное, должна понять, что гонения, они должны быть. Без этого не спастись. Великими скорбями надлежит войти в Царствие Небесное, говорит Священное Писание. Без скорбей не спастись. И потом ты должна помнить, что своими силами ты эти скорби никогда не преодолеешь. Только благодать Божия, только Дух Святой может помочь тебе наставить. И только с Его помощью можешь преодолеть это все. Я все могу, укрепляющий меня Иисус. И когда будешь помнить эти слова, когда будешь прибегать к этой формуле, к этому Богу, к этому личному своему Спасителю, которого ты признаешь, я надеюсь, как Спасителя своего, Иисуса Христа, тогда ты преодолеешь это все. Я пока воздержусь, я плохо знаю, и вот эти колебания меня так заставляют воздерживаться. Игнат Тихонович, я тоже хотела спросить. Ну? А вот как раз Виктор Андреевич сказал, что ты... Вот у тебя есть такое вот отношение, как вот он твой личный, что ты можешь как бы считать, что он за тебя умер, что лично за тебя умер. У тебя вот мысль. Не считать, а убеждение такое должно быть. Есть ли у тебя такое убеждение, что ты считаешь его личным спасителем? Или для тебя это вот не входит в сердце? Да, именно так и есть. Так и есть, да? Это вот не то, что мы тут вот придумали, тебе вот это говорим. А вот ты вот сердечно вот так признаешь, что он твой личный, а не просто всех, а вот что твой личный. У тебя какая-то вот есть такое отношение к Богу, как к твоему личному спасителю? Есть какая-то вот у тебя там какое-то такое вот к нему отношение? Это не баптистское утверждение, это Иоанн Златоуст говорит, нужно усваивать все, что говорит Писание. Писание говорит, спаситель мира, а ты скажи, мой спаситель. Христос умер за грехи всех людей, а ты скажи, он умер лично за меня. Тогда ты будешь понимать, что ты себе не принадлежишь. Ты искуплена им. Им. Именно за тебя он отдал жизнь свою. Ты себе уже не принадлежишь. Потом мнение епископа, это писк комара. Я с этого пойти, слово Божие. Я забыл сказать о биографии немножко Кати, чтобы прояснилось все. У нее сестра двойняшка. Они одного возраста, значит. Она православная. Но православная вот в московско-патриархийных вот этих пониманиях полностью. Это епископ благословит и так далее.
Мама ее работает в церковной лавке, и она знает, что это не по канонам. Вот. А она сама училась в православной гимназии, но разочаровалась в православии. Я так понимаю. Ну да, но это было, мне было 16 лет. Да, ну 16 лет это уже возраст был. Она разочаровалась в православии и ушла к баптистам. В баптизме она увидела Христа, увидела Библию, так? Да. Она приобрела авторитет Библии. Почему она не православная? Она авторитет Библии приобрела, и дальше следующий момент. Сестра начинает с ней работать и говорит, все-таки, сестренка, я так немножко по-другому говорю, ведь баптизм это вроде бы хорошо, но православие это истина. И тогда Катя говорит, я хочу быть православной. И придя уже с баптистским вот этим накалом и любовью к песнопениям баптистским, к молодежным собраниям, к Библии, ко Христу, приходит уже в православие с новой кровью, я так назову. И тут она немножко начала уже с одной сомневаться. С одной стороны, она понимает, православие это истина. У нее мама в церковной лавке работает, это авторитет большой. У нее сестра православная, но душа ее тянется к общине. К общению. И тут она встречается с Юлей и встречает такую общину, где православие и при этом община. Вот так было дело? Ну да. Вот, она, видите, ей нужен адвокат, который за нее говорит, она молчаливая. Она встречает общину, в которой видит сочетание баптизма и Библии и сочетание православия. И это душой ее притянуло сразу к нам, к Юле. Юля ее направляет на Игнатия Тихоновича и начинается у них переписка. Вот. Но тут работает другой дух и постоянно на нее воздействует. И вот это начало. Но сердце ее в конечном итоге склоняется. Она говорит, Юля, я хочу приехать. Но вопрос еще о крещении тогда не знал. Она думала, что она правильно крещена, и ей просто нравился вот этот, условно говоря, баптизм в нашей общине. Она хотела пообщаться с нами, увидеть, что это за община. А тут Юля возьми и спроси, а ты крещеная? Да. А как ты? Да в детстве меня, ну вот, помочили, а это не крещение. И вот это сразу резкая любовь к нам, резкое желание приехать сюда, оно сразу затормозилось. Как? Не понял. И она говорит, а что мне делать, креститься? Я говорю, Юля, ни в коем случае не пиши, приезжай к нам и крестись. Не говори никогда. Я говорю, ты сделай таким образом. Ты дай ей материал о крещении, чтобы человек сам прочитал и сам принял решение. Она так и делает. И я сразу увидел из ее желания приехать сразу такие сомнения. Тогда уже начинается Геннадий Фаст, и в конечном итоге, вот пройдя вот эти все испытания переваривания, она здесь. Как ты думаешь, для нее авторитет и показался умнее ты или Юля? Я не знаю. Можешь спросить. Юля спихивает на меня обычно. Ну, все-таки Игорь. Она в лагерь-то просилась, я говорю, лагерь детский, ты если наберешь их детишек? Во дворе, приезжай, но возраст твой уже не лагерный. Я все равно хочу. Вот смотри, представился. Я тогда говорю, иди, куда ехать-то тут, когда рядом такой пастырь, отец Геннадий Фас, а тут я уже уезжаю. Нет, она ну, не расположен я к этому, чтобы вот это перетягивать, у нас это не принято. Но когда сказали, что там уже ответы такие дают и ей не запрещают, вот я однозначно сказал, немедленно давай, добро, ты съедешь. Потому что сатана уже встает напротив, это ясное дело, что он ее отторгает. И поэтому ей сейчас нужно немедленно делать шаг, чтобы вырваться оттуда. А остальное все здесь на глазах, тут наиграно, ничего нету официально. Ну и так, вы с Юлей за, да? Да, мы за. Так, голосуем. А ты уже голосовала. Я тоже воздерживаюсь, пока так. Не знаю. Давай. Значит, члены церковного совета голосуете. Воздерживается. У нас сколько? Четверо? Ну да. Так, кто за то, чтобы я к батюшке поеду и приведу данные, за то, чтобы допустить ее? Я воздерживаюсь. А? Воздерживаюсь. Я за. Вот два за. Воздерживаются. Два воздержались. Два воздержались, одного против. Видите, как у нас решается. Повторяю, это только рекомендательный характер. Решает батюшка все. Мы все четверо против, батюшка крестит. Мы все за, батюшка может не крестить. Рекомендательный характер. Но я скажу, что если батюшка будет против, когда все за и против, он ничего не выиграет, он это понимает, что мы подходим очень серьезно.
Ну, после этого, после всего, что слышал, хочешь, чтобы тебя допрашивали? Или ты уже понял, что тебе не перелезть через этот барьер? Я хочу. Так, называй. Так, говори фамилию. Буйнов. У тебя от кого фамилия досталась? От отца. От отца. Говорящая фамилия. Буйнов. Сергей? Сергеевич. Как? Сергеевич. Сергей Сергеевич. Видишь, как. Год. 1985, 20 сентября. 20 сентября. Да. Тут вопрос семейный. У вас это первая или жена была? Нет, это первая. Значит, страха Божия не было. Без венчания не венчана. Мы повенчаны. А когда? День свадьбы. Перед свадьбой. Но сначала пришлось расписаться, после этого нас только повенчали. Но она была уже в таком положении. Ну, на это тоже были причины. Причина одна, нет страха Божия. Ты в этом положении умер бы как блудник. И она как блудница, и пошли бы в ад. Причина одна, только нет страха Божия. У нас интересно, у меня сестра, вот она рядом живет, Валентина. Это она, когда, ну, с Володей я его привез, тут познакомились. Погромче. Познакомились с моей мамой, отцом, приехал будущий муж Владимир. А их не венчает, потому что моя мама, когда довершение получала, то есть она из старообрядцев, она троекратное погружение, ну и миропомазание совершили, то решили сделать для госприемника и Володин отец. Они там нашли в духовном родстве, она не может быть их снохой. Но они на что не посмотрели, Володе страха тоже Божия нет, и они стали жить. Без церковного, хочу я не хочу, называется одним словом блуд. И дети, рожденные в этом, дети блуда. Я такой. Нас не замечали, и мама уж ушла, и потом все мы узнаем где-то. Но вещи надо называть своими именами, не другими. Что получается? Наконец, ездили, им дают разрешение венчаться. Их начинают венчать, а мне за подолом, кажется, трое ребятишек идут. Венчают, и ребятишки там это сзади. А один, готовя сыну, ищет невесту-то. И сразу, а чья это дескать, сыну старшему? Да, так это ребятишки-то вокруг, это ее, а она молодо так выглядит. А лет 16 была замуж, то вышла, то ребятишки посыпались один за другим-то. Но ее признали, что она невеста. А она мать, идет креститься, ну, креститься, венчаться. Вот повенчались, теперь дети считают законные. Так Буйнов Сергей Сергеевич. Думать надо. Вот это вот, уже когда с нами были знакомы, вы приезжали, и вы так вот недоступные были, Игорь отступился там, и у Володи доступа нету. Вы это крепко для себя возьмите. То есть в учителях похоже, что вы не нуждаетесь. А вы могли, даже у нас в общине были, приглядели, самостоятельный человек, давно верующий, врач краевой больницы, вот Виктор Андреевич. У нас есть с кем посоветоваться. Там вот Севастьян, он хоть не везде на занятиях, он не бывает нигде. Это человек с юридическим образованием, очень грамотный, с красным дипломом. У нас есть с кем советоваться, с мужчинами или женщинами. Вот она, теща его, я не вижу, где она ушла, Игоря. Не глядишь, она там без зуба где-то. Мне кажется, она два диплома красных. Это очень грамотный врач. И она в духовных вопросах разбирается. Она была адвентистка 7-го дня. И Юля, конечно, там с ней. Ну вот они пришли к Богу. Так Господь сделал в нашем доме опять же. Ревность в тебе. Тебя представили хорошим тружеником, даже если поселился бы здесь. Но ручаться никто за вас не может. Видите, как вы, уже зная, уже ходя и где-то. Работу сделать такую, чтобы в воскресный день не работать. Я на этой земле живу, поэтому могу говорить, я никогда на это не шел. Я с сортирования решил иметь работу, чтобы она была без мозгов. Думать не о чем. Я механически работаю, кладу стенку, настилаю полы, вставляю двери. То есть я строитель профессиональный. Строительный техникум качал. А голова моя все время в священном писании. Я думаю, размышляю, пишу. А целыми днями работаю. Вот такой должно быть работа. И ни одного воскресенья, чтобы не работать. Ни одного.
Никаких. Сделали маленько из-за 1, 2, 9 мая как-то сдвинули. Получилось это воскресенье, второе, на пасхальное это, рабочим. Я говорю, я не приду, как не придете? Все, работает весь трест. Ну, весь трест, он неверующий, я еду в храм. Он ничего не мог сделать, я говорю, ну ладно, езжайте и молитесь там за нас. Бригадир-то. На машину, как баба, захаль, да у меня ребенка кормить, я тоже не приду. Сидеть, молчать, вы все равно Богу не молитесь. И на работу всех поперли. А я встал и пошел. Я поехал и с Китим Богу молиться. Ну, езжай там за нас помолись. То есть твоя твердость, крепость, вот как вышел Иосиф Аримафейский-то, то выдвинул за собой Никодима Боязливого. Никодим тоже пришел просить тело Иисуса, что удивительно. Там приходил мощью из-за страха. То есть вам от этого не хватает. Решительно порвать с миром. После того, как с нами познакомился, еще бороду касался. Ну, вот видишь, какой ты. Парень как парень. Это, во-первых, это предзнаменование, что ты не твердый и легко можешь теперь крутить налево и направо. Даже они будут, если крещен, а ты нет, ты можешь даже стать им препятствием. Хотя ты можешь посмотреть, проверить себя. У нас бывает так, батюшка крестит, а кого-то не допускает, а потом где-то уже в сентябре еще дело покажет, и тогда снова приезжает, тогда крестится, даже такое. Так, о твоей вере. Кто для тебя является Иисус Христос? Он тоже для меня является личным спасителем. Ну, все, что слышал из Евангелия, сам-то считаешь Евангелие? Да. Ну, у нас же занятия проходят на дому, и воскресенье стоит. Занятия. Что сказать на это? Поручитель, кто у вас? Значит, можно дополнить? Есть одно обстоятельство тоже, как было у нас с Валерой Сокольских. Да. Он занимался айкидо, его не допустили. Знаешь, что такое айкидо? Да, у Сергея панкратион. То есть вот насчет этого надо разобраться еще. Я уже месяц не хожу. Не ходишь, да? Месяц не ходишь, много. То есть... Я, говорит, бросил курить. Я говорю, а сколько ты не куришь? 3 дня. Я говорю, 3 года, когда в рот не возьмешь, тогда можешь говорить. А как бросил, так и поднимешь. Значит, а что там в этом? Что заключается в нем? Боевое искусство. А? Боевое искусство. Ну, а какое оно? Все, ну... Борьба, руки, ноги, все заключено. Борьба. Надо смотреть. Восточное что-то там заключено, нет? Без оружия. Без оружия? Ну, руки, ноги, борьба. Прием. А руки, ноги что означает? Смешанный набор. Рукопашный бой. Бокс и карате. Бокс и карате вместе. Это панкратион примерно. Я так понял? Да, все вместе. И борьба там. И борьба греко-римская. Видишь, для верующего это главная защита Бог. И не худо, когда ты что-то знаешь где-то. А один из ударов тебе может оказаться смертельным. И многие умерли прямо на ринге. Я смотрю и вижу, вот он ударил, и вот за ним врачи говорят, скончался там все полчаса. Вот. Я бы советовал вам, это не восточное, но опасное. И тебе обязательно нужно наносить где-то боевые удары. Вот у нас Володя Устинов, а у него их сколько? 8 братьев и 2 сестры. Большая семья. И вот один из них, ну такой квелый, ну никакой, стал священником. А другой Миша, он попал в десантные войска. Все виды борьбы, сам из себя такой видный. Ему все время надо держать себя в форме. А тренировать несколько, значит, надо драться. Выпили где-то. И вот они тут драку устроили, там, которые у кого магазина требуют деньги. Контрибуции берут, там рубль, 2, дай. Это. Ну, не дал. И началась борьба. Он одного кого рубанет, кого куда. Один в стороне стоял, вообще на него никто внимания не обратил. Стоял, газету держал. А в газете у него вот такой кинжал. И он только подошел мимо, как ударил его Бог сразу в сердце, и тут же зарезал его. И Миши нету. А этот квелый Ваня стал священником, по сегодняшний день живет. Он пальцы не поднимет. А тому это надо, тот уже сгнил давно, это больше 10 лет назад было. Но перед тем, как ему погибнуть, он вдруг приехал в Барнаул, и у меня на кровати лежал. Парень очень видный. Очень даже фотографии в одной из книг у меня помещено, они там с братом Федей сидят. Вот. Мой совет вам, хорошо подумайте, надо ли вам это. Отстать можно, отстать просто. Держите свою форму, подтягивайтесь и прочее. А если коснется? Не коснется. Вам никогда не проехать, где мы проехали. По разным республикам. У меня вот жена, вот она сидит, она из Тувы. Кызыл.
Мы по разным странам, вы знаете, где мы были. Какие были опасности, какие были приступы. Ничего только не было. Нас никто не тронул. Взяли собаку. Собака никого не укусила. Она отгоняла просто. Рыкала и прочее. То есть мы могли не вернуться. Но Бог вернул. А если бы я где-то не уступчиво был, то, да я ему в драку-то. На его стороне там родина, он 5-10, они пришли, но еще все равно убьют. Эти приехали порыбачить, а деревенские на них, кажется, троих что ли, сразу убили. Одного утопили, другого в навоз зарыли. А потом, видишь как. А ко мне подошли, я ничего не... У меня нет никакой теперь силы. Я просто помолился, стал разговаривать через них. А один пришел, водка у него в руках, он себя такой боевой. Стоим, разговариваем, я с этой стороны столба, а он ограда, а там столб вот это. Он папиросы выхватывает, взорвал, потом этой бутылка водки, ты как дал по столбу, по пасынку, она разлетелась. Я его обезоружил полностью, у него уже ничего нету. А я один, я никакой. Ты бы вступил в борьбу, а за ним еще 5 человек, тебе не устоять. Поэтому надеяться, что ты защитишь себя или жену, весьма спорно, как говорят, проблематично. Бог меня спас от Украины, проехали 3 раза в Чечне. Это не игрушка. Это Азербайджан. Азербайджан мы прошли не один раз. Турцию всю прошли. Турки. И к нам везде хорошо относились. Везде. И старались помочь. Так, мой совет подумать. Я не говорю, что брось. Это не восточноевропейская борьба-то такая. Но у нас был такой, который занимался восточными единоборствами. Вот, Дроботы, их отец. Он, Тамильский тигр называли его. Это все оставил. А впал в уши. Вот так. Так что. Ну, кто у него поручитель-то? Вот мы с Сергеем. Что Сергей скажет? Ну, что скажу. Покажи. Мы с Володей проводили там занятия. Сколько мы его на него направили? Всю зиму. Всю зиму проводили. Всю зиму проводили. Ну, вот. И сколько... И посещаемость у него была-то 20%, наверное. Занятия у него, работа. Работа, да. Но Библия не на первом месте. Да, не на первом. И Писание говорит, кто, взявшись за плуг, оглядывается назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Вы знаете, на первом месте все-таки любовь к Богу. И написано, кто любит мир, мирские, борьба, вот это все, в том нет любви отче. Но я люблю Бога. Ты еще там не расстался. Ту любовь погаси, тогда вторая возникнет. А без той любви ты свободно проживешь, а без Божьей ты шагу не шагнешь. И насчет работы, я тоже работал охранником, но я когда устраивался, я сразу сказал, в субботу, воскресенье я должен отдыхать. Мне выделили такой график шикарный, 5 ночей через 2. Я приду с собакой, высплюсь там, по зарплату получу, на службу схожу. Реально, я сам вот недавно давал объявление, мне предлагают работу ночью. Говорит, когда ремонтировали Третьяковскую галерею, я объявили, ножи сторожа, Москва чуть не вся двинулась, а заработок раза в 4 больше. Ну, пришли, ему говорят, вот так-то надо дежурить. Вот вы заступаете, вот здесь вот кнопку нажать надо. Теперь территорию обходить, а 2 раза жмешь, она только 1 раз отметит. И пока подойдешь к этому, прошло уже 25 минут, теперь опять нажимать надо. Да дураков-то, говорит, нету. Они 2 месяца никого не могут нанять. Он пришел с Танькой, с Манькой, там утро промаялся, зарплату получил и ушел. А они, говорят, дураков пришли искать в Москву. Ходил бы я всю ночь кнопки давил, да зачем мне такая работа? Вот тут тоже рассказывают. Работа такая должна быть. Вот я работал сторожем много лет, еду с охраной. У меня воробей не пролетит, как говорили. Сколько воров переловил, так мне все еще снятся эти сараи. Я с 2 собаками, с ружьем. Я работаю. Так работаю, что из-за другого завода смотрели, если я дежурю, они поворачивали заводскими воротами и выходили. А они рядом, гвоздильный завод, и через нас выходили. Проспект Строителей, 58. Я работаю, вам это нужно все, там, и, там угрозы были, меня это не касается. Помню, один мужик там побежал от меня, собака как сзади за воротником, интересно, как-то оторвалась с воротником, а такой полосой донесу, все, а дальше не оторвалась, и за ним волоком. Я вот такого милиции тоже сразу отвел в зал. Я работать должен. Поэтому, если по-настоящему ты будешь дежурить, не пойдешь. Ты молодой парень, хорошая специальность, строительную. Вот, вот у нас пример, это Игорь Барабаш.
работает. Приехал, ничего не было. У него сейчас трактора, машина, дети, двое учатся в высшем заведении в Барнауле. Маша в медицинском, этот в строительном или техническом Кириенке. Работать. Работа должна быть серьезной. Это по работе говорим. По-божьему, ни одного собрания нельзя пропускать. Ты отстаешь. Ты многого уже не знаешь. А там у тебя какие-то успехи, кого-то ударили, так Федора Мельченко, ну еще. Емельяненко. Ну и что? Николай Леонов, неоднократный чемпион мира, кикбоксинг, где он? Одна пулька и на том свете. А я и не знал, что он такой вояка. Но лицо выражение вот очень похоже на Сергея. Я гляжу. Застывшая жесткость на лице. У Николая Леонова, у него схожие. Вот посмотрите, когда еще мои беседы по скайпу увидите. Вот. Она не располагает тебя к нежности, к размышлению. Да еще кулаками бьют, у тебя в голове там горошница. Ничего ты не соображаешь. Как этот Кличко. Мэром города я... Вот что-то хотел сказать. Он что там, чемпион мира. Ну что у него там в голове-то? Это вот, это у дятла там нормально, ему там прослойки, он долбит и долбит. Но тебя-то долбит, а когда мозги у тебя нормальные, он тебя бьет их, и ты не знаешь, куда идти после этого, домой идти или куда же это будет. Значит так, голосовать. Кто за то, чтобы Сергея допустили до крещения? Рано. Кто против? Против. Так, два против. Так, воздержавшиеся. Два воздержались. За нет никого. Но это не означает, что его не допустят, повторяю. Да. Все в руке батюшки. Он много молится, батюшка, ему может на сердце положить по-другому. Я сейчас туда еду к нему. На этом все. Лагерный готовьте. В бане мы идем. Сколько времени это победить? Алло, наверху. Игнать Иванович, наверху. Второй час. Второй. Пять служб будет. Потом пойдешь готовить костер и прочее. Так. Так, у нас обед-то во сколько будем делать? А во сколько завтрак был? В 11. Ну, значит, сделать в 3. В 3 не успеем. В 3, пока пообедать и будет полчетвертого. Так, возражения какие есть? Сергей, что-нибудь имеешь сказать, нет? Нет. Справедливое замечание? Да. А насчет там поселения в Потеряевке и прочее, это только с батюшкой церковной, деревенский совет решает. Если хочешь воспитывать детей, нормально жить, дышать чистым воздухом, лучше ничего не придумаешь. Жить в своей среде. Что толку, что ты заработал, когда у тебя ничего нет, не прибывает? В деревне все время прибыль какая-то идет. Доску прибил, она твоя доска, твой туалет. Ты независимый колодец имеешь. Вот сейчас говорят, если будет какая-то заварушка, в Москве будет пробка минимум 130 километров. И нижние этажи все будут забиты тем, что вверху оправится. Никакими клапанами не удержать, а воды-то нету. Оно давление какое будет. Не выйти, ничего. Это на магазинах, что сейчас ходят на тележке, Мария, Ра, это в течение одного дня все сметут, ничего не будет. Не будет. В деревне все есть. Вот я сказал, что мы сейчас бы сказали, с Украины едут сколько-то. Я сегодня 100 человек разместил бы. 100. А ты в городе ты одного не знаешь, куда положить. Сотню можем разместить. Кто-то будет шить, а материалы у нас еще не тронуты. Одеть, шинели, кителя, брюки, фуражки. У меня все это есть. Столы, хлеб, на печь, мука. Да тут зелени сколько. Пойди, ягоды. Наша деревня – это спасение. Но мне еще народ не повернулся, привыкли жить развращенной жизнью. Ничего больше нет? Я еду к батюшке? Да. Молимся. Молимся, благодарим. И вот уберете. Господи Боже, слава Тебе, Ты Дима велик. У Тебя не водворится злой. Исправь нас. И что мы погрешили, прости. Положи на сердце брату Иакиму поступить справедливо и точно. Установи мир в Украине и Сирии. Спаси молящихся в Донецке.
и во всех мятежных местах. Положи им на сердце, чтобы они осознали, что они виновны, подняли голос против власти. А властям дай милосердие падшим, сокрушенным, оказали милость. Защити нас и помилуй. Тебе, Боже, хвала, слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси, Христос. Спаси, Христос. Я поехал.